Спасибо. Достаточно. Мы решили начать наше выступление, недолгое выступление, с такого стремительного эротического акта. И сейчас прямо на ваших глазах Юра будет иметь слово. С вашего разрешения слово попытается иметь помощник президента Соединенных Штатов Америки. Мы с вами представим, что мы находимся на летном поле. Приземляется роскошный белоснежный красавец Боинг. На нем написано United States of America. Помощник президента Соединенных Штатов Америки подходит к микрофону. У него в руках красная папочка, в которой, наверное, написана такая положенная по протоколу торжественная, приветственная речь. Но микрофона почему-то два. I'm sorry, where is my translator? Жарко сегодня. Давай, бухти. Давай. Переводчик, буду переводить тебя, давай. Давай, пошел. Переводчик. Водчик пере. Водить буду тебя. Давай, говори, давай. А, you will translate me, а? 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 Чё? Давай, please, ну как? О, oh, thank you, thank you. Thank you very much. Okay. Давай. Ladies and gentlemen, I'm glad to see you on this beautiful day in a wonderful city. I want to thank you very much for your attention and believe that my short speech will sound interesting for you. Thank you. Ты сам-то понял, что сказал сейчас? Давай, еще раз, давай, пошел. Только помедленнее, давай. Да-да, please, давай. А, oh, thank you. Repeat, yeah? Yes. Ladies and gentlemen. Россияне. I'm assistant to the President of the United States of America. Как большой друг президента России Путина. My name is Vlad. Владика Путина. Where is Putin? Putin, Putin. Путин, Путин. Путин, Путин, да. Путин, Путин. Окей. Четыре Путина и все играют в хоккей. Today. Уже два дня. As well known, я взволнован. Democracy and people laws. Демократия не кипа слов. It's main problem of our politics. А главная проблема нашей полиции. And nothing more. Впрочем, ну ее нафиг. Your new government. Гавин-мент намекает, что у нас тоже неважные менты. Your new government in Kremlin. Гавин-мент in Kremlin? Yeah. Ваше новое правительство в Кремле... Your new government in Kremlin is devoted to this values. Еще не имеет достаточного опыта... Together with White House. Но уже вызывает хаос.
However... Как? However... 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 Хуэва? И, честно говоря, работает пока не очень хорошо. О май гад. Там еще гад тот, я не знаю, про кого он говорит. I was talking to Mr. Klebanov. Восток, еще начистит нам хлебало. Ну, это очевидно американская поговорка, судя по всему. On last hour summit. И как говорите вы сами. You are going also away. You are going also away. Yeah? You are going also away. Yeah? Хоть you are и говно, а живут лучше, чем мы. It is very, very important. Please. Thank you. It is very, very important. Very, very important? Yeah. Верит, верит, а не может. And now. И вообще. Time shows. Times пишет. Who is who in Russia? Я не буду это переводить, что я больной. Don't worry, be happy. За граница нам поможет. That's all, what can I do? За стол, а вот куда иду. Bye-bye. Спать пошел. Fuck you. Fuck you, motherfucker. С факелом к маме. Yes. Yes.